Навчитися віртуозно керувати автом – справа не з легких, але якщо ви докладете зусиль, то все у вас вийде. І, звичайно, якщо у вас буде інструктор, який допоможе вам все це зробити. Сьогодні в нашій студії Микита Нем'ятий, інструктор з екстремального водіння, фахівець безпеки дорожнього руху. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пане Микито. Ви принесли з собою ось такі знаряддя, засоби. Я з гостинцями, да, не з пустими руками. Так, не з пустими руками. Що це таке у нас буде і для чого це потрібно? Это обычные конусы, они используются, как правило, на учебных площадках для того, чтобы объезжать их. Одна из целей, да, в принципе. Uh-huh. Вот. Ну, по большому счету, расходный материал, потому что они часто на них наезжают и так далее. Это нормальная практика. Вот это вот я принес. Это мы или сейчас, или чуть позже, я так понял. Это мы опробуем обязательно с вами. Это очки, которые имитируют состояние алкогольного опьянения. Так. Вот. Как пропаганда вождения трезвого, что очень важно, что очень необходимо, поэтому мы также это устраиваем, причем во всевозможных вариантах. Мы одевали и людям за рулем на площадке их, и они вокруг этих же конусов опять-таки ездили. И мы их одевали, и просто у нас курсанты, которые учатся, мы просто ставим конусы, они ходят вокруг них в этих очках, естественно, сбивают конус, естественно, не видят, что с ними происходит, то есть это имитация идет. Це дуже добре. Просимо, щоб вони написали, да, там щось що і так далі. Да, ну, я напишу, я потім пізніше напишу. Да, так, ми спочатку поговоримо взагалі про те, чим ви займаєтесь. Насправді, якщо є стільки всього різних багато засобів, які імітують такий стан людини, то це вже говорить про те, що ви дуже серйозно підходите до своєї роботи. В чому заключається основна ваша мета, основна ціль? Для нас це, прежде всего, я не буду этого скрывать. У нас это бизнес наш, мы при помощи этого зарабатываем деньги. Но, естественно, у любого бизнеса есть своя миссия. Как бы вот мы стараемся своей миссией нести, чтобы люди меньше разбивались, раз, чтобы ездили безопасно, два, чтобы это было трендово, чтобы это было модно, чтобы это было нужно и необходимо. Так, ну и цікаво, якщо людина буде розуміти, що їй ще і цікаво, потрібно в житті, це все знадобиться, не просто вона там заплатила гроші, отримала водійське посвідчення, так? А вона ще і буде мати навички, такі, що їй допоможуть. Ну, а якщо екстремально вона навчиться водити, то мені здається, в нашому житті це взагалі перше, що необхідно. Бо зараз, особливо якщо в великому місті ви живете, то екстрем на кожному кроці, можна сказати так. Да, діло в тому, що примір європейських транс, в тому числі, показує, що, наприклад, той же Норвегії, люди, які після автошколи, они сдают экзамен, у них есть отдельно на экзамене блок экстремальный, выходы из заноса автомобиля. Почему? Потому что там часто заснеженные дороги и так далее. То есть мы в этом плане, если взять в общем в мире, мы не новаторы абсолютно. Но в Украине, к очень большому сожалению, это практически не уделяет этому внимания никакого, поэтому мы сейчас это максимально развиваем у нас в городе, это абсолютно не развито, к сожалению, опять-таки. Да? И отсутствует и площадка, мы в прошлом году писали, создавали петицию по этому поводу, чтобы в городе появилась площадка, на которой можно потренировать все вот эти вот элементы, потому что, к сожалению, негде, а те люди, которые предпринимают попытки именно в городе как-то там что-то ночью там и так далее, безусловно, это опасно. Звичайно, вот, да. И, к сожалению, нету площадки, но те некоторые есть одиночные места, скажем так, да, то есть небольшие, где-то за городом или в черте города, на которых и мы в очередь тренируем этому, то есть на люди, которые тренируются и проходят все вот эти вот тренинги, то есть они говорят, что класс, конечно. Звичайно. Потому что у человека есть, как минимум, возможность, мы с многими людьми так говорим, что посмотрите, на что способны и вы, как водитель, и ваш автомобиль, чтобы вы полностью понимали весь спектр, как это работает, как происходит, что с автомобилем и так далее. Это очень полезно. Вне зависимости от того, захотите вы на контраварийное вождение, не захотите, изучайте свой автомобиль. Звичайно, і свої можливості також. Тобто, як ви будете діяти в непередбачуваній ситуації? Бо таких ситуацій, насправді, за кермом може бути безліч. І людина, якщо не готова, то, звичайно ж, будуть аварії. А які саме елементи вони відпрацьовують?
У нас есть целый ряд, порядка от 15 до 30 элементов, есть целые программы, которые мы разрабатываем. Преимущественно они индивидуально под человека, потому что кто-то, например, ездит кучу времени за рулем, не умеет ездить задом, не умеет и все, не умеет парковаться. Как бы мы сегодня об этом уже говорили, помимо студии, да, об этом, да. Поэтому и человеку нужно, соответственно, лучше, хорошо и классно уметь задним ходом ехать, в том числе все маневры, которые с этим связаны. Вот. Есть наоборот, человек хочет, мужчины часто, более поэкстремальнее, запускать занос автомобиль, делать разворот контрабандиста, полицейский разворот, в том числе и имитатор заноса, вот, который также есть, я не знаю, видно или нет. Да, вот так, видно. Евен. Мы его назвали дрифтборд, это со вчерашнего дня он имеет официальное теперь у нас название, да, мы первые. Принцип его очень простой, задняя ось автомобиля, задние колеса. Под задние колеса ставятся, вот под одно заднее колесо, другое заднее колесо, вот такие я принес в одном экземпляре, ну таких две штуки. Вот. А ми зможемо побачити, до речі, у нас є невеличке відео, ви теж його підготували, ми зможемо зараз побачити, як це працює. Да, і происходит занос автомобиля, очень полезно, ми тестировали, ми буквально только на этих выходных проходили вот этот вот тест, и очень крутые результаты, вот. Так, ось ми бачимо вже, як їздить цей автомобіль. Від чого людина може бути застрахованою на майбутнє? Імітація, ось те, що ми зараз бачимо на відео, це повніша йде імітація, так як в дуже сильний гололед, коли заносять задню частину, задню ось автомобіля. От бачите? Тобто ми, коли тестили, на відео ми тестили з нашим тренером і Віктором, він професіональний автоспортсмен, і я к нему підходив, от після першого заїзду ось такого, говорю, Вить, розкажи, да, так оно или нет? Он говорит, да. Более того, он специально говорит, я за этим езжу на ралли, на раллийную трассу, как бы, а теперь нету необходимости ездить, потому что вот это все происходит у нас в Днепре. Очень классная штука. То есть это очень важно было для меня, чтобы это было не только как развлечение такое, да, что ой, покатались и все, чтобы это приносило пользу. Это индивидуально мы изготовили, то есть это, к сожалению, нигде не продається у нас в місті, да, поэтому это индивидуальный заказ был. Ну, вы перші, так? Да, да, да. Можна сказати, новатори в цьому ділі. Да, и когда мы вот тестили все это дело, то и я сам лично протестил, и с профессиональным автоспортсменом протестили, то есть мы увидели, оба сошлись на том, что да, это реально идет имитация, то есть это несет колоссальную, очень полезную вещь, потому что ты начинаешь, то есть тебе негде, по сути, протестировать свой автомобиль на гололеде, ждать зимы и тестировать в условиях, когда рядом автомобили, безусловно, это опасно, это глупо, да, и протестить свой автомобиль, как и что с ним будет, когда его заносит, и самое главное, баланс руля и газа прочувствовать, да, чтобы вывести его, да, из заноса, то есть это бесценно просто, и мы готовы сейчас и приглашаем всех людей протестить эту штуку, всех автомобилистов, потому что это очень круто. Ну, звичайно. З приводу екстремального водіння. Так от, хто до вас приходить? Навчитись. У нас, ми буквально сьогодні говорили по цьому поводу, розділились на дві категорії. Перша категорія – це дівчатки. Ну, по поводу дівчатки я готов говорити часами. Тобто, вони себе от в цьому нашому направлінні, вони проявили себе просто безупречно. Тому що вони буквально, ну, от всі покупают как подарочные сертификаты своим парням и своим мужьям. То есть вот эта вот миссия, что они хотят, чтобы те, в свою очередь, ездили безопасно, и они покупают по сертификаты, вместе приезжают, семьями приезжают. То есть мы, когда запускали направление, думали, ну... Ну, может, одиницы, да, бог его знает, да, кто там. Нет, семьями приезжают, они сидят в тенечке, все это смотрят, самое снимают на видео, а парни свой мы их, ну, мучаем, так сказать, то есть мы им показываем, как можно управлять, то есть они все уставшие руки. Свій автомобіль отак от? У нас
нас есть обучение и на автомобиле клиента, и на нашем, безусловно, автомобиле, потому что многие жалеют свой автомобиль, это нормально, поэтому у нас есть свой автомобиль, любой желающий может в нашем автомобиле. И еще отдельно есть девушки, которые сами, ну это вот часто бывает вот после автошколы, вот, которые у нас обучаются, мы им предлагаем и говорим, вот еще есть круче, лучше, уже это другой уровень, давайте, они говорят, о, класс, окей. Идут. И потом еще, да, есть змагання у нас, так, в Украине? Конечно, есть, есть соревнования, они также, сам календарь, естественно, в связи с карантином сместился, но они сейчас проходят. Был этап, если не ошибаюсь, 3 недели назад он проходил, то, где мы участвовали, это был этап национального первенства по слалому. Угу. Первый этап, всего их 4 этапа. Вот следующий этап будет 1 августа, насколько стало известно вот недавно. И мы на него готовимся и сами, потому что мы сами тоже участвуем. И плюс у нас есть, вот мы на первом этапе готовили девушку, которая у нас прошла курс контраварийного. Ее вся эта история очень сильно увлекла, она захотела больше. Говорит, а что можно еще больше? Мы говорим, есть экстремальное. Она прошла экстремальный курс. А говорит, а, ну, мы говорим, ну вот есть уже профессиональный спорт. Мы сделали профессиональную лицензию автоспортсмена, вот, и представили ее, она участвовала. К очень большому сожалению, пока ничего она не завоевала. Это у нее были первые дебютные соревнования, но мы очень надеемся, что она вот следующий будет, и мы также и остальных тоже подтянем. Вы же их готовите, так? Ребят, да, 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 конечно, безусловно. Мы готовим ее, тренируем, и сбит был не один конус вот такой вот, естественно, то есть, ну, это уже спорт, то есть, как бы, это нормальные вещи абсолютно, да, поэтому мы готовим, тренируем и также подтягиваем всех остальных ребят, кому это интересно, также могут. Ну что, давайте спробуем протестовать окуляры. Ну, наконец-то. Нарешті. Хочется их надеть и дізнатися, что ж будет тоді. Резиночку. Яка степень сп'яніння? Вы одеваете, я сейчас все скажу. Просто цікаво, степень опьянения, позвоните девчонкам, подружкам. Я, по-перше, ничего не бачу. Резиночку на затылок чуть-чуть больше. Да. Сюди. Так, я, ну, тут, если не ошибаюсь, 2 промилле. Ну, це просто жах. То есть, если человек полностью трезвый, да, то это по нулям. Если, допустимо, у нас в стране 0,2 промилле, то есть 0,2, у вас 2. Так, ну не знаю, я спробую щось написати. Напишем название, да, передачи. Напишу «фреш». От мені просто цікаво, як його... І Юлія Сирота, давай. «Фреш», так. Юлія Сирота. Добре. Ну, я можу із заплющеними очима писати, насправді. Але я вам скажу, що це жах. Я зараз зніму сама окуляри, подивлюсь, що я там написала. Надо було спочатку до і після. Да. Отак, добре. Ну, от так. А, ви думаєте, я до того написала би так само? Ось, будь ласка, ось так. Ну, не знаю, мені здається, що то не дуже рівно. Але таке враження, що ти знаходишся десь в якомусь вакуумі, в якомусь незрозумілому просторі, нічого не бачиш, все в тебе зливається. І якщо, звичайно, звичайно, ти в таких окулярах будеш пробувати ходити, то ти зіб'єш усі фішки. Можна ручку на секунді? Ні, ага. Не знімайте. От ще є один із тестів, це просто от, взяти ручку. Да. Так. Ну це просто не знаю. Так, взяла, знайшла, ну, жах, так. Тобто ви зрозуміли, що насправді відбувається з людиною, яка знаходиться в алкогольному оп'янні. Ой-ой-ой, я сама дивуюся, що я там написала, заїхала сюди. Ось так люди, водії, які... Не вийшло конус об'їхати. Не так, я б конус би точно збила. Дуже добре, що є такі тести, що ми можемо в будь-якому стані з'ясувати, наскільки людина може адекватно водити, чи адекватно ходити, чи щось робити, так? І я думаю, що це корисно і для дітей, і для дорослих. Діти, мабуть, вони більш такі ініціативні. І вони... Дітям, да. Ми тестували на дітях. Сразу скажу, ізначально, то есть, ми дітям проговаривали о том, що, то есть, так не должно бути, і так нельзя.
Из наблюдений скажу, что детям это нравится. Это как все запрещенное, это психологически, да, то есть мы этого не изменим. Но мы детям показывали, что плохо, что это неправильно, какое у тебя будет поведение. Вот, и результаты. Но больше это дает, потому что дети еще не особо осознают степень ответственности за это. А когда со взрослыми это делаешь, плюс мы еще, если мужчина, например, мы еще и стараемся закрутить, чтобы больше вестибулярный аппарат расшатать, например. То есть, когда со взрослыми, а тем более, когда за рулем автомобиля на площадке, то есть очень многие выходят и говорят, что нет, сейчас я вообще тем более всех буду отговаривать, потому что это очень плохо. И вот буквально и каждый день такие случаи. И вот в этой ночью тоже, если не ошибаюсь, Volkswagen сбил девушку, тоже водитель в состоянии алкогольного опьянения. Вот я перед интервью буквально читал эту информацию. Та, поэтому, кожного дня у наше місто взагалі, воно дуже багато має таких аварійних ситуацій. Кожного дня відбуваються, і дуже шкода, що люди ось так нехтують з елементарними правилами. Просто звичайного водіння, від звичайного водіння, від того, як ти можеш собі дозволити взагалі сісти за кермо, в якому стані. Ви принесли ще одне відео, зараз ми невеличке, ми зараз його теж побачимо. Трошечки про нього розкажіть. І тут, я так розумію, що теж є елемент того водійського такого стажу вашого, і ви, звичайно ж, про нього трошки можете поговорити. Зараз посмотримо на відео, я просто це саме. А, це відео зі старту, з етапу, от, собственно говоря, то, що я розказував в Харкові, яка проходила національне первенство по слалому. Що таке слалом? Це фігурне вождення на время, якщо простими словами, народними словами об этом говорить, да, фігурне вождення вокруг конусов на время. Вот. Собственно говоря, вот такие соревнования есть для любителей, есть для профессионалов, там есть разные уровни. На соревнования допускаются обычные, как я их называю, гражданские автомобили, или в автоспорте их называют стоковые автомобили. То есть это обычный автомобиль, ничем не оборудованный, то есть, как обычно, вот и все. Очень большое заблуждение, что люди многие думают, если это автоспорт, то все, это автомобиль куда-то вгоняется, какую-то непонятную, неприятную историю, отлетают все детали и так далее. Нет. Есть расход резины, да. То есть мы, вот девушку, которую готовили, она участвовала на своем автомобиле, и мы говорили о том, что вот сразу то есть два колеса дополнительных новых, то есть нужно обязательно, потому что, особенно передние колеса вытираются. Почему? Потому что очень, это все не на большой скорости происходит, но очень быстро рулежка идет. Ну, звичайно, собственно говоря, это одна из основ всего, да, рулежка. У нас есть у нас в учебном центре специальный тренажер рулевой, где люди учатся, и которые после автошколы, в автошколе в том числе, рулить правильно. Потому что все сначала это иронизируют, типа, да что там рулить, то есть но очень важна, вот здесь мы на видео видим, это скоростная рулежка, потому что от нее очень много зависит. Ну так, людина повинна знати і вміти все. Якщо в неї є автомобіль, то вона повинна його знати як свої 5 пальців. Да, так? І лише потім сідати вже за кермо. Ну, переважно так не роблять, на жаль, але ж є, що є. Ну і наостанок хочеться запитати вас, водій, справжній водій, яким він повинен бути? От які основні правила водія? Він должен думати. Постоянно, ежесекундно. Раз. Он должен понимать ответственность. Два. И он не должен ехать быстро. Три. Вот. Это три такие, скажем так, от меня рекомендации, которые, как правило, если их не соблюдают люди, то они попадают в очень страшное ДТП. И всех автоспортсменов, кого угодно, специалистов, инструкторов, когда задают вопрос, топ, да, всех нарушений, это скорость. Если бы люди все, и в городе у нас в том числе, ездили со скоростью до 50 км в час или 50, крайне мало было бы аварий, все бы успевали вовремя. Чем быстрее скорость, тем меньше время на принятие, на реакцию, на реагирование. Из-за этого происходит очень много аварий, в том числе то, что мы сегодня говорили по поводу сбитого человека на пешеходном переходе. Ну що ж, будемо сподіватися, що хоча б ось ці три пункти наші водії будуть виконувати.
І я дуже вдячна вам, що ви принесли сьогодні з собою стільки різних тренажерів, засобів. І ми все це побачили на власні очі. Пожалуйста, да, вам спасибо. І хочеться, щоб люди керувалися і серйозно підходили до тієї справи, яку вони обрали на усе своє життя. А якщо є автомобіль, то так, мабуть, воно і буде. Людина буде все життя ним керуватися. Сьогодні у нашій студії був Микита Нем'ятий. Рада бачити вас. І будемо сподіватися, що ті ваші всі зусилля, вони не дарма проходять. Люди будуть, звичайно ж, слухати вас, прислухатися до усіх ваших думок, які є на сьогодні. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.